Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Сама Юктам Бинда Банам Манухар Ванча Калпатаруа Шакипасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхио Наму Нама Муканкароти Бача Ланг Пангун Ланг Хайтигрим Джатки Патамаханга Банди Парамананда Мадама Бриндавай Тусидебай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттуи Наму Нама Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Яйо Мудир Санкиртане Кришна Катху Падеш Гаврия Патрашва Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодбаран Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхеттатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджи, Токимапика Бабадушива Дарши, Пурунану Рагара Сасагара Сара Мурти, Сарати Кама и Када Кипам Караши, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бхадату Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхар мапало Банде жагат прия кару Каруна аватаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бхадату Санкиртаной Капитаро Камала Ятакшо Вишам Бару Дижа Бару Жугадхарма Пало Банде Жагат Прия Кару Каруна Аватаро Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктинча муктинча дада синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушита вам бхагам Нараяно прияманангамада пхарам
Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusho Badoni Lakshmir Jasracha Vakshashi Yasyasti Hide Sambhi Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Evam Guru Pasanaika Bhaktya Vidya Kuthareena Sitena Dhira Bibhrishcha Jiva Sayamayam Apramatto Sangvrishcha Atmanam Atho Tejya Astram Evam Guru Pasunaika Bhaktya Vidya Kutarena Sitena Dhira Bibhrishcha Jiva Sayamayam Apramatto Sangvrishcha Atmanam Atho Tejya Astram Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Чагадгуру сказал, Гуру Падма является трансцендентной средой, при помощи которого мы можем видеть все таким, как оно есть в трансцендентном мире. Шрила Прабхупада сказал, что Гурупад Падма является трансцендентным посредником, трансцендентной средой, при помощи которого мы можем видеть трансцендентный мир. Если мы станем пренебрегать Гурупада Падма, мы лишимся всего. Вишна Шикарте Такур говорит, Joshua Aprasadat Nagadiguto Opi. Joshua Prasadat Bhagavat Prasad. If I am going to get the Kipa of Guru Padma, that is the Kipa of Bhagavan. Милость Гуру Пада Падма не отлична от милости Бхагавана. Если ему Гуру Пад Падма наделит меня ей, значит, я получил милость Господа. Если же он прогонит меня, мне нигде не найти прибежище. Если Гурудев прогонит меня, как это было с Рамачандрапури, он ученик Шрилы Мадхавендрапури Пада. Из-за того, что он совершил оскорбление своему духовному учителю, он лишился всего. Когда ученик начинает выискивать недостатки в Гуру, он выискивает недостатки в самом Господе. То есть имеется в виду, что парадха имеет такую природу, что она увеличивается. Она очень быстро разрастается. Правильно, если вы видите, и у вас появляется какое-то сомнение, и вы видите что-то, что вы не можете понять, необходимо сразу же разрешить ваше сомнение. Если вы не сделаете это, день за днем это сомнение будет увеличиваться. Если Гурупад Падма прогоняет ученика, ему, этому ученику нигде не найти прибежище. Почему Мадхавендрапури Пад прогнал Рамачандрапури? Он сказал ему, Гурудев, почему вы плачете? Вы же браман, вы не должны плакать. Мадхавендрапури Пад очень разозлился, услышав эти слова. Он сказал, я страдаю от глубочайшей разлуки с Кришной, я никак не могу достигнуть лотосных стоп, а ты даешь мне такие советы. Убирайся, уходи, я больше не хочу видеть твое лицо. Не хочу больше видеть тебя. Он был
That is the reason for why ultimately he was busy to find the fault of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Со временем он стал оскорблять, выискивать недостатки в самом Чайтанье Махапрабху, в самом Верховном Господе. Такова природа Апарадхи. Он говорил: «О, вокруг комнаты Чайтанья Махапрабху полно муравьев. Наверняка по ночам он ест сладости. Что же это за саньяси?» Ultimately, he started criticizing Guru Vaishnava for taking prasadam. Затем он стал критиковать Гуру и Вайшнаву за то, что они принимают прасад. Сначала он раздавал прасад и просил съесть их побольше, а когда они принимали, в конце прасада он говорил: «Вы же саньяси, вы не должны столько есть». То есть он практически силой накладывал им весь просад, много просада, а потом критиковал их за то, что те съели. Приняли этот просад. Из-за этого Махапрабху был вынужден прекратить принимать просад. Он критиковал Махапрабху за то, что ему казалось, что Махапрабху много принимает прасада. Итак, Гурупад Падма имеет право исправить меня, имеет право ругать меня, отругать меня, потому что он обладает любовью ко мне. Он может наказать меня, потому что он любит меня, он обладает любовью ко мне. Гурупад Падма может как наказать, так и быть добрым со своим учеником. Он имеет на это право, но не нужно забывать, что когда гуру наказывает, это высшее проявление его милости. Position of Guru Padma is more and more than Bhagavan himself. Положение Гуру Падма еще выше, чем положение Бхагавана. Потому что с его помощью я могу обрести Дивья Гьяну. Брахманду Брамите Гуну Бхагаван Джив Гуру Кришна Прасаде Пае Бхакти Лата Бхиджи. Прабхупада часто повторял эту шлоку. Она из Чайтанья Чаритамриты. Скитаясь по 14 мирам, кто знает, сколько мы уже скитаемся по этим, сколько вы скитаетесь, сколько я скитаюсь. Мы об этом не знаем, потому что мы погружены в майю. Наше тело состоит из мочи и испражнений. Однако мы думаем, что наше тело замечательно, что этот мир такой, каким он должен быть, то есть это и есть, тут и есть счастье. Мы не должны забывать, что садусангу мы получаем лишь благодаря милости Нитьянанды Прабху. Сами мы не способны вступить в нее. Поэтому в Бхагаватам сказано: Дживатма жизнь за жизнью накапливает сукрити.
И затем она получает редчайшую возможность садхусанги. Если вы потеряете эту золотую возможность, то есть упустите этот шанс садхусанги, лишитесь садхусанги, нет большего горя в жизни. По милости Гуру и Вайшнавов, мы получили семя бхакти, семя лианы бхакти. Мы полны невежества. Нам кажется, что мы обладаем знанием, но это не так. Мы погружены в океан невежества. Evam Guru Pashanaika Bhaktya. Evam means this way. This way means absolute way. Absolute way means with very full attention. Like in Kirtan we know. Bandho Mui Sabdhanu Mati. We know no Kirtan. Bandho Mui Sabdhanu Mati. Sabdhan means with full attention. There should not be any mistake. Как мы поем в киртане «Бандому и Савадаганамате», то есть очень внимательно, с полной концентрацией. Если я совершу какую-то ошибку, осознанно или неосознанно, совершу оскорбление, это может печально закончится для меня. Упасана, упо-асана. Упо означает «около», подле Гурупада Падмы. Мы должны навеки остаться у стоп Гурупада Падмы. Не так, что пришли к нему, сегодня мы подле его стоп, а завтра мы можем пойти, куда нам захочется. Нет, мы должны разместить вечную асану у стоп Гурупада Падмы. При помощи Гурупада Падмы я могу, то есть он должен стать моими глазами. При помощи него я действительно могу видеть. В противном случае я вижу одну лишь майю. Мы не должны выдумывать сиддханту, мы должны лишь повторять слова Гурупада Падмы. Если мы станем что-то выдумывать, мы тем самым разозлим Гурупада Падму, а затем вся Гуру Варга отвергнет нас. Шрила Прабхупада объясняет, он говорит, что малейшее отклонение от стоп Гурупада Падмы могут лишить нас бхаджана. И задумайтесь сейчас, как мы можем привести в гармонию свое сердце с сердцем Гурупада Падмы так, чтобы между ними не осталось ни единого различия, ни грамма различия. Мое мнение несколько отличается от мнения Гурупада Падмы. Разве такое может быть? Как это возможно? Как настоящий ученик может сказать такое? Такие слова показывают, что тот, кто говорит их, хочет сам стать гуру.
Не забывайте, что вы уже отдали себя мне. Гурупад Падма говорит в Бхагаватам, говорится, викритам паш. Можно купить на рынке быка, затем привести его домой, оставить где-нибудь под палящим солнцем, но он не станет жаловаться. Как, например, у нас в Гошале. Коровы не могут говорить. То есть мы сами должны понять, что ей, может быть, не здоровится, что ей необходимо какое-то лекарство, необходим доктор. Вчера я сказал кое-что, возможно, это было несколько строго. Как это животное, которое продают в зоомагазине, не имеет никакого права голоса. То есть он просто вынужден делать то, что приказывает ему его хозяин. Точно так же мы должны стать подобны им. Запишите в своих конспектах, никогда тот, кто имеет свое мнение, отличное от Гуру Пада Падмы, не достигнет Бхагавана. Мы полностью отдали себя Гуру Пада Падме. Мы принадлежим ему. Всю свою свободу, все, что бы мы ни делали, отдайте мне. То есть вы уже отдали мне, а сейчас забыли об этом. Поэтому вы не прогрессируете в баджане, но вы сможете продвигаться, когда вы это осознаете. Получится совершить огромный прогресс. Так вот, не должно быть ни секунды, когда я забываю Гуру Пада Падмы. И секунды, в моей жизни не должно быть и секунды, когда я не помню Гуру Пада Падмы. Даже доли секунды. Если я забуду Гуру Пада Падму хотя бы на мгновение, придет Майя Деви. Майя Деви и окутает меня. Гуру Баджан не должен прекращаться. Это не должно быть так, что вот 18 октября, день явления Гуру Пада Падмы, и в этот день я поклоняюсь ему, помню о нем. Нет, не так. Такого быть не должно. В сердце чистого преданного и настоящего ученика постоянно проходит Гуру Пуджа. Каждую секунду совершается Гуру Пуджа. Именно поэтому такой преданный успешен. Именно поэтому он может говорить Харикатху. Никто, кроме такой личности, не может говорить Харикатху. Их так называемая Харикатха есть не что иное, как лекции. В
сердце, каждую секунду должно проходить арати Гуру Пада Падме. Таков признак настоящего ученика. Настоящий ученик — это тот, кто получил полную милость Гуру Пада Падмы, тот, кто является снигда шишья. И такой настоящий ученик является настоящим гуру. Ему уже не нужно становиться гуру, он и так является им. Когда это происходит, ученик становится не отличен от гуру. Именно это Кришна и хотел показать нам при помощи Удавы. Ведь почему он говорит, Удава абсолютно не отличен от меня? Нет даже, не единое, то есть мы настолько схожи, что в нас одинаковые молекулы. Нет ни одной молекулы, которая бы разнилась в нас. Вам, возможно, было непонятно, почему Бхагаван постоянно повторял эти слова, что Удава не отличен от него. Он этими словами показывает, что настоящий ученик сам становится гуру. Весь мир может отвернуться от... То есть гуру, которого назначает сам Господь, которого назначает сам Кришна. И весь мир может быть против него, но какое до этого дело, когда сам Кришна назначил гуру, настоящего ученика? Is the arrangement of Bhagavan. Bhagavan going to make it go. So we are going to place our eternal asana in front of Guru Pada. Итак, мы должны разместить свою асану навечно у лотосных стоп Гуру Пад Падма и сидеть напрямо напротив него. When I come in front of Prabhupada, I feel myself guilty. I'm so dirtiness, sati. This is the magic spell. Если бы мы предстали перед Прабхупадой, мы почувствовали бы себя, нам стало бы очень стыдно. То есть это признак, на самом деле это признак чистого преданного. То есть когда мы предстаем перед чистым преданным, мы испытываем... Стеснение, то есть нам становится стыдно, поскольку когда мы сравниваем себя с кем-то великим, то есть когда мы приближаемся к великому, мы четко видим, кто мы есть. Если задуматься о безграничном космосе, о безграничных вселенных и сравнить себя с этим бесконечным пространством, то есть ощутить эту разницу, сразу же мы осознаем свое ничтожество, то, насколько мы малы. Прабхупад часто рассказывал историю о лягушке, которая жила в колодце. Она всю жизнь провела там и никогда из него не выходила.
Но однажды она выпрыгнула из колодца и увидела слона. Прежде она даже представить не могла, что в мире существуют такие огромные создания. Когда она вернулась в колодец, она рассказала своей маме: «Я видела такое огромное животное». «Насколько огромное?» — спросила мама. А та набрала... она набрала воздуха себе в живот так, чтобы ее тело увеличилось, сказала: «Такое огромное?» «Нет, нет», — сказала Машка, — сказала лягушка. Так, она начала пытаться передать размер слона, набрав воздух в себя, но так сильно, так много воздуха набрала, что ее тело разорвалось, лопнуло. Этот мир относителен. Мир противоположностей. Мир, где все познается в относительном сравнении. И когда мы сталкиваемся с чем-то, что несравненно более велико, то есть с тем, что более велико, чем мы сразу чувствуем смирение. Если бы... То есть, когда ученики приходили к Прабхупаде, преданные приходили к Прабхупаде, они не могли вымолвить ни слова, поскольку он был настолько велик, что в его присутствии преданные склоняли голову. До тех пор, пока вы не осознаете, что Гурупад Падма сам Бхагаван, вы не сможете повторять Харинам. Наша Гуруварга говорила, что мы, даже когда хотели сказать о чем-то хорошем перед Прабхупаде, мы не могли сказать ни слова. Прабхупад спрашивал, что случилось, но преданные, склонив голову, не могли сказать слова. А и так вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж пришел к Прабхупаде, не решаясь сказать то, о чем его попросили преданные. Он, Прабхупад настаивал, он со смирением сказал: «Знаете, у нас нет времени повторять один лак святых имен. У нас так много служения». Прабхупад ответил: «Что вы делаете ночью? Ночью повторяйте харинам, а потом спите». Это учение, которое дает нам Прабхупада. У нас нет никакого права сказать, что у нас нет времени повторять харинам. Наша Гуруварг говорит, что сначала повторяйте харинам, а потом спите. Если вы скажете, что вы устали, но усталость все от материальной работы возникает, от баджана усталости быть не может. Итак, разместите свою асану, лотосных стоп, Шри Гуру, раз и навсегда. Ни при каких обстоятельствах мы не должны покидать его стопы.
Ведь кто напрямую, кто лично знает Бхагавана? Я не знаю. Я не знаю, где он, кто он. Но я знаю моего Гуру Падападму. Я знаю, что он может пролить на меня милость, может дать мне Дивья Гьяну, трансцендентное знание. Он может открыть мои глаза, даровать мне видение, при помощи которого я смогу увидеть Бхагавана. Если Гуру Падападма не дарует вам крепу, сможете ли вы увидеть Бхагавана? Сходите, поищите, найдете вы его. Гуру Падма дает мне Дивья Гьяну, которую можно сравнить с острым мечом, при помощи которого я смогу срубить свое невежество. Also, this word apramatta, I already told half an hour before. Apramatta means with full consciousness. Я только что объяснял слово апраматья, то есть полное сознание, полное внимание, полное сосредоточение. So, upasana means to sit, to place your asana. Купасана означает разместить свою асану подле Гуру Падападма и быть только у его лотосных стоп, нигде больше. Мы не можем назвать время, когда мы начали свое скитание по материальному миру. Уже бесконечный отрезок времени, то есть с незапамятных времен Джива скитается по этому миру. Но по невероятной удаче она встречает Гуру и Вайшнавов и получает семя. Семя преданного служения. Condition, I mean air, water, everything, that mango tree can go, is a seed. Bhakti Lata Beach in common. Bhakti Lata Beach is common. All other seed, Bhakti Lata Beach is there. But specifically, when your Swarup can be open, then you can discover. Man, in general, Bhakti Lata Beach means you can develop the desire to serve. В широком смысле бхакти-лата по милости Гуру Падападма мы получаем бхакти-лату, которая дарует нам желание служить. Мы должны поливать ее при помощи шравана и киртана. Я неспроста говорю вам, пойте, пойте. Когда вы пойте киртаны, когда вы слушаете с преданием,
внимательно сосредоточившись, как это делал Парикшит Махарадж. Парикшит Махарадж является главным ачарьей Шраванакья Бхакти. Существует 9 видов преданного служения. И Парикшит Махарадж является ачарьей Шраванакья Бхакти, слушания. And Shukdev Goswami is the topmost acharya of Kirtanakya Bhakti. Shukadev Goswami является ачарьей Киртанакья Бхакти. Ачарьей Киртана. У каждого вида преданного служения свой ачарья. Амбариш Махарадж, Махарадж Хануманджи, Бали Махарадж, все они являются ачарьями одного из видов преданного служения. Если мы слушаем Гурупада Падма с полным преданием, это и есть настоящее подлинное слушание. Если предание не стопроцентно, соответственно, и наше слушание несовершенно. Доджи Махарадж с полным вниманием слушал Парикшит Шри Кришна. Бхагаван Шри Кришна сказал, Удава, Сарва-ситхья означает все ситхи. В комментариях Бхактивинода Такур пишет, в этом стихе говорится, что даже вы можете обрести Кришна прему. Лава матра саду санга. Секунда, поделенная на 11 частей, более чем достаточно для того, чтобы обрести лотосные стопы Бхагавана. Нам сложно в это поверить, но, тем не менее, это правда. Ведь об этом говорят шастры. Помимо всего, в Чайтанья Чаритамрите сказано, даже коренная причина вашего бхакти — это садусанга. Кришна бхакти — коренная причина. Many times it happens so. By watching one Vaishnava for fraction of a second, total life change.
Много раз происходило так, что лишь взглянув на вайшнава, человек менялся. Если вы будете читать Джайва-дхарму, вы читаете ее? Сколько раз за жизнь вы прочли ее? Гуру Падма говорил, что нужно сделать это хотя бы 100 раз. Потому что Джайва-дхарма является... экстрактом всех шастр шести госвами. Шастра бесконечна. Сколько необходимо умственных способностей, чтобы запомнить их? Мы крошечные, крошечные обусловленные дживы. И для нас это невозможно. Наши госвами собрали сливки с этих шастр. Однако даже их нам сложно воспринимать. Но Бхактивинода Тхакур пришел нам на помощь. Он собрал нектар, самую суть с шастр шести госвами, с того, что написали шесть госвами, и преподнес нам в виде Джайва-дхармы и других своих трудов. Мы в вечном долгу перед Бхактивинода Тхакуром. Ведь если бы не он, кто бы дал нам возможность познать грандхи шести госвами? Он Бхактивинода Тхакур дал нам читание Шикшамриту, Манахшикшу, комментарии к Манахшикше. Джайва-дхарму, киртаны. Лишь благодаря одним его киртанам мы можем достигнуть лотосных стоп читания Махапрабху. Гарикшардас Бабджи Махарадж всегда держал при себе всего две книги — Прартхана и Према Бхакти Чандрика Наротандас Такура. Всего две книги всегда были с ним. Небольшие книги с киртанами. И ничего кроме них. И по большому счету их достаточно. Прартханы и Према Бхакти Чандрики. Более чем достаточно, чтобы достигнуть совершенства. Если мы по-настоящему искренне, если мы искренне будем, если мы осознаем эти книги, мы тем самым благодаря этому обретем настоящее бхакти. В Упанишадах сказано, я думаю, это говорится в Катха Упанишад. Кто может говорить Харикатху? Атма-татва-вид. Но кто это? Кто это? Если обойти весь мир, возможно, двух-трех мы сможем найти. Другими словами, это очень редкие личности. Редко можно встретить того, кто может говорить о трансцендентных вещах. Трансцендентный спикер. Shankar is okay. Shankar Bhagavan is going to speak Bhagavad Katha. I can see. Indra, Varuna. No, you need not speak. I cannot hear. No. Because they are problem. Мы не стали бы слушать Харикатху ни от Индры, ни от Вороны, потому что мы знаем, что они тоже подвержены недостаткам. Мы готовы слушать Харикатху из полубогов только от Шивджа Такура. То есть поднимитесь даже до райских планет, найдете вы такого спикера, как Шри Шукадев Госвами? Нет.
настолько они такой спикер редок. Тот, кто говорит то, что он осознал, необычайно редок. Слушателей еще можно найти, тоже не так уж часто, но они существуют, то есть они еще есть. А, нет, простите, я ошиблась. Спикера, да, может быть, еще можно найти, но настоящего слушателя найти крайне сложно. Мы сейчас шутим, но это горькая правда. Мы на самом деле сейчас занимаемся тем, что играем в баджан. Как дети играют с куклами. Они готовят в игрушечной посуде, укладывают их спать. Вот тем же занимаемся мы. Но когда мы... займемся настоящим баджаном. Не думайте, что я опровергаю все, что вы делаете. Я знаю, что вы заняты служением, но так или иначе. Бхагаван говорит, что саду санга — это коренная причина бхакти. И именно Бхагаван дарует нам саду сангу. По своими собственными силами нам саду сангу не заполучить. Бхагаван не отличен от своих преданных, именно поэтому он посылает в этот мир своих представителей. Обусловленная душа могла бы молиться Кришне, однако ее молитвы достигнуть лотосной стопы Шри Кришны не могут. Это невозможно. Поэтому в Киртане сказано: каждый день вы должны петь киртаны. В 7 вечера приходите и совершайте киртан. Если я напрямую обращусь к Кришне, он не услышит меня, потому что у меня нет с ним связи, и у него нет времени. Нет времени слушать наши молитвы. Мы можем донести до него свои молитвы лишь через гуру и вайшнаву. Бхагаван трансцендентен, обусловленная душа не способна войти в общение с ним. Но в связи с этим может возникнуть вопрос, ведь вы только что сказали, что гуру и вайшнавы не отличны от Кришны. Так если Господь трансцендентен, и обусловленная душа не способна войти в общение с Ним, то как же она может соприкоснуться с вайшнавом? Да, это невозможно. Хотя, с другой стороны, возможно. Возможно, благодаря устройству Бхагавана. Это правда, что гуру и вайшнавы не отличны от Господа и имеют ту же трансцендентную природу, что и Он. Однако, являясь Его представителями, они принимают человеческую форму и живут так же, как это практически живут так же, как это делаем мы. Также, казалось бы, едят, спят и так далее. Вишвана Чакраварти Пад говорит: чистые преданные трансцендентны.
Но все равно, что во сне видеть. Гуру Вайшнав, they are not going to be involved in the problem of bonded soul. Гуру и Вайшнавы не погружаются в проблему обусловленной души. You like to save somebody, some Mataji, some ladies, some Mataji is going to drown in the water. Предположим, какая-то женщина тонет. Мы бросаемся в реку, чтобы спасти ее, помогаем ей. Но спасти, но если мы не знаем, как плавать, то мы оба утонем. Этот пример очень ярко показывает положение настоящего гуру и ложного. То есть, если вы сами не умеете плавать, но пытаетесь кому-то помочь, оба вы утонете. Таково положение Бадха Гуру, падшего Гуру, того, кто подлинным Гуру не является. Настоящий Гуру, Садгуру, не такой. You don't know the power of Sadguru. You think it's going to be a joke, one kind of gossiping. Not that. If Sadguru is going to take determination, I like to save that bonded soul. Determination. Only determination. Determination is so power that by his determination, some reaction going. Если только Гуру захочет освободить нас, его желание настолько могущественно, что лишь по его желанию это может произойти. Мы не до конца понимаем могущество чистого преданного. Я видел во Вриндаване, на Имашаране, как некоторые саду сидели, и они хотели, чтобы кто-то из прохожих подошел к ним, и одним лишь взглядом они способны были привлечь этого человека, и он сам шел к нему. То есть настолько могущественные саду. То есть если чистый преданный захочет, чтобы вы обрели бхакти, не сегодня, так завтра это произойдет. If Sadguru like to deliver some bonded soul from bonded condition, not that the Sadguru can fall down. Where is it? If Sadguru going to help somebody to come out of Maya, если Sadguru поможет, fall down, what is this? This is not a symptom of Sadguru. This is surely not the symptom of Sadguru. How is it? Not possible. This is not the symptom of Sadguru. So Vishwanatha Chakravarti was speaking, like in the dream. Vishwanatha Chakravarti Pad говорит, мы словно во сне видим много всего, то есть все, что сон, наша жизнь. Один бедняк. I already told, he is a pulling car, you know, some luggage good, pushing, earning money, 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees. Тот, который носил багаж. То есть кто-то типа грузчика. Утром однажды, то есть он спал по несколько часов, и его друг будет, вставай, вставай, просыпайся, время работать. Ночью в это время он видел замечательный сон, как он разбогател, стал миллионером. Женился на прекрасной девушке, а когда друг пнул его в спину, сон исчез, он проснулся,
и понял, что это был всего-навсего сон, а реальность совершенно не соответствует ему. Точно так же мы постоянно видим сны, несмотря на то, что мы, казалось бы, в бодрствующем состоянии. Итак, Вишна Чакравартипад говорит, чистые преданные, гуру, вайшнава, испытывают боль, видя страдания обусловленных джив. Страдания материалистов. Они пытаются помочь обусловленным дживам, но это, конечно же, не означает, что они прекращают свой собственный баджан, не означает, что они обрывают свою связь с Господом во время этой помощи. Нет. Их положение таково, что они никогда не упадут с него. Таким образом, Бхагаван устраивает все таким образом, чтобы обусловленная душа получила возможность общения с Гуру Вайшнавами, поэтому посылает своих преданных сюда, в этот мир. Саду Санга — это самое высшее, в чем мы нуждаемся. Вы слышали о Каши Вишванатхе? Это божество Варанаси. Там, в Варанаси, жил-был один гуру Майявади. У него было более 10 тысяч учеников. Он был очень уважаемым, почитаемым человеком в соответствии с мнением общества. Но мы так не считаем. Он совершал баджан в своем баджан-кутире, который располагался на берегу Ганги. Вы посещали это место? Нет? Я много раз был там. По милости Вишванатха. Но после того, как Прабхупад покинул этот мир, я вижу, что и оттуда ушло очень многое. Там есть Гаудия Мадх. Который, казалось бы, утратил. Итак, на берегу Ганги, в Варанаси, у Майявади очень много, у разных Майявади расположены баджан-кутира. Где они совершают свою духовную практику. Они сидят и медитируют, считают себя, то есть медитируют, я Брама. Я Брама. Это их таков их баджан. И вот однажды, когда они, утром все майявади сидели, один из них, самый уважаемый среди них, их духовный учитель, увидел одного вайшнава, который шел,
и будто бы не в себе пел киртан, подыгрывая себе на караталах. Слезы текли из его глаз, и время от времени он терял сознание и падал от экстатических чувств, которые он испытывал. Так вот, этот гуру Майвади увидел этого вайшнава и был поражен тем глубочайшим переживанием, которое тот испытывает. «Я должен поговорить с ним», — подумал он. «Я должен подойти к нему». «Нет, нет, я не должен, ведь я Майвади, если кто-то увидит, что я разговариваю с ним, если мои ученики увидят, что я разговариваю с вайшнавом, они начнут критиковать меня. Я не должен подходить к нему». «Нет, нет, я должен, должен. Ведь это очень редкая встреча, очень редко можно встретить такую личность». То есть он сидел, и в его голове одна мысль сменяла другую, то есть он сомнения одолевали его. Варанаси — это самый древний город в Индии, во всей Индии, в Бхарате. И там так много улочек, в которых можно очень легко потеряться. То есть много разных ветвей, которые расходятся, и сложно не потеряться. И между тем этот вайшнав зашел на одну из улиц, и этот Майвади потерял его из виду. И затем он начал жалеть. Такой возвышенный преданный, но я не подошел к нему. Эти баджан кутиры Майвади очень маленькие. So how long he was successful to watch that Vishnu? То есть имеется в виду, что он сидел в этом, дверь в Бхаджан-кутире очень маленькая, и смысл в том, что из этой двери можно было увидеть небольшое пространство. Соответственно, он мог наблюдать за этим вайшнавом всего пару секунд. Так вот, эти, возможно, 2-3 секунды, которые он наблюдал за этим вайшнавом, привели его во Вриндаван, привели его в Навадвипу. Я говорю о случае, который произошел около 400 лет назад. В то время слава Чайтаньи Махапрабху была звучала повсюду. Сейчас в наше время проповедники не хотят ездить в места, где живут майвади. Они предпочитают проповедовать за рубежом. Но во время читания Махапрабху очень широко проповедовал майвади. Несмотря на то, что практика майвади в корне бессмысленна, однако они хорошие аскеты. То есть какой-то силой они обладают. Да, за это они не получат никакой бхакти. Однако какая-то сила в них есть. Есть случаи, когда один майвади совершал баджан в Алигаре. Около этого места. И однажды у этого саньяси своровали одну очень важную вещь. В 3 утра он
принял омовение ледяной водой, сел перед огнем и начал проводить ягью. То есть перед, накануне у него своровали одну очень важную вещь. Он был саньяси. Он созвал, после этого он созвал деревенских жителей и сказал, кто похитил это из моей комнаты, из моего бхаджан-кутира. Это очень важная для меня вещь, я не могу купить ее, это не купишь на рынке, мне нужна она, верните мне ее. Но никто не признавался. Тот вновь попросил. То есть очень доброжелательно он попросил вернуть, но никто не признался, что сделал это. This item from me, within 3 days, snake going to be biting. Тогда он сказал, кто, тот, кто похитил это, тот, кто похитил это, будет укушен змеей через 3 дня. Это и произошло. Тот человек так и не сознался, и через три дня змея укусила него. Это был Майвади. У него не было никакого бхакти. Он лишь совершал бхакти, он лишь совершал аскезы. Но посмотрите, у него была сила сделать это. Так вот, вернемся к Майаваде, гуру Майаваде. В конце концов, он пришел в Навадвипу, Навадвипа-дхаму, принял омовение здесь, в Ганге. Он пришел в надежде встретиться с чистым преданным. Он стал спрашивать местных, где ему найти чистого преданного. Люди, местные жители, указали ему на Гудрум, сказали, что там живет Бабаджи, Парамахамса Бабаджи Махарадж. Он пришел к нему, предложил ему свои поклоны. Парамахамса Бабаджи Махарадж совершал свой баджан. Рано утром этот человек пришел к нему, тот и распростерся перед его лотосными стопами. Когда Бабаджи Махарадж вышел из молитвенного состояния, он открыл глаза и увидел этого лежащего в поклоне саньяси. В конце концов, он, этот саньяси получил Харинама Дикшу от Бабаджи Махараджа, от Парамахамса Бабаджи Махараджа. И он впоследствии оставил свои одежды Майавади. Под руководством Бабаджи Махараджа стал изучать шастры, получил даршан Нарсингананда Брамачари, который жил в Нарсингапале. Вы знаете, в Нарсингапале есть кухня, где готовят сладкий рис. Внутрь заходить не разрешают. В настоящее время, но раньше, 30 лет назад примерно, я заходил туда, и даже там есть комната, типа пещерки под землей, и там вот этот брамачари совершал баджан, Нарасингананда Брамачари. He was also successful to take the darshan of Nishingananda Brahmachari, who is the Gurudev of Paramahansa Babaji Maharaj. This way was successful. Miracle. That Mayavadi becomes so high Vaishnava, high class Vaishnava. That Mayavadi ultimately becomes so high class Vaishnava. В конце концов, со временем этот бывший Майавади стал настолько возвышенным преданным, что ему сложно представить. Все общество вайшнавов
предлагали ему занимать место ачарьи во время харикатхи. Когда приходили мои вади для того, чтобы устраивать дебаты с вайшнавами, преданные просили его вести эти собрания, возглавлять эти дебаты. Его звали Вайшнав Дас. Ultimately coming here in Navadvip Dham and is successful to do bhajan and enjoying the full kippa, all Guru Vaishnav going up. He is going to defend Vaishnav Siddhanta Visha. Not one case. I can go on speaking so many cases. Only fraction of second or 1 second they got the association of pure Vaishnav one. They changed their life. Таким образом, мы видим, как одна секунда даршана, чистого преданного, смогли полностью изменить его жизнь. Пракашананда Сарасвати, речь идет о втором Пракашананда Сарасвати. Их всего было два. Написал книгу под названием «Адвайта Сиддхи». Он был большим знатоком шастр. Отправился в Варанаси. В то время там жил Гопинат. Это был другой знаток шастр, также очень знаменитый. К нему приходило много людей. Но он был майвади. У него были тысячи и тысячи учеников. Настолько значимой фигурой он являлся. Но как-то случилось так, что его настроение абсолютно переменилось. Мадхусудан Сарасвати пришел в то место, пришел в Навадвипа-дхаму, принял омовение в Ганге. И я не знаю, что за чудо произошло. Всю жизнь он был в майявади, но каким-то чудом он пришел сюда. Он принял омовение в Ганге. Вся его жизнь изменилась благодаря тому, что он стал общаться с вайшнавами. That deity is there in Navadvip, near before Vishnupriya station. Very dry personality, logic only, tarka change. He saw. Около станции Вишнуприя также жил один. It's a miracle, like the case of Sarvam Bhattacharya. Человек очень большой знаток логики, но он
не был преданным. Благодаря общению с преданными за секунду он также полностью изменился. Или вспомните историю с Сарвам Бхаттачари, как он изменился благодаря общению с Чайтанья Махапрабху. Он говорит, что я был все равно, что мое сердце было как кусок железа, но садусанга полностью изменила его. What you realize after whole long life, for long life you are doing bhajan, doing your Mayavad bhajan. Ученики обратились к Матхусудана Вачаспати перед его смертью. Вы столько, всю свою жизнь совершали Майвада Баджан. Не могли бы сказать, что самое главное, чего вы, что вы обрели в процессе баджана? И Матхусудан Сарасвати ответил. Пурненду сундара мукадара бинданабад Кришнат парам кимапи таттамахам на джане Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. Disciple all gone mad. Whole life you are speaking Mahavadi. Ученик был поражен. Всю жизнь Матхусудана Вачаспати проповедовал Майваду. Но теперь он спел шлоку, в которой говорится о 16-летнем юном молодом Шри Кришне, который играет на флейте. Он сказал, без этого, то есть это то, ни о чем кроме этого я не хочу говорить. Я не знаю татвы, я не знаю философии выше, чем это. Пурненду сундара мукадара бинданабад Кришнат парам кимапи таттамахам на джане Кришнат парам кимапи таттамахам на джане. Like Shankaracharya also many times wrote Bhaja Govindam, but they are sampradaya, they don't understand what Shankaracharya. Шанкарачарья также часто говорил подобное. Но его сампрадая этого не понимала. Шанкарачарья написал много стотр, в которых ясно, четко говорил о Кришне. Но его последователи ничего не поняли. Сампрапте санните кале, нахи-нахи рук, ракшати дункрия каране, макуру дхано жано, жовано гарвам, харати нимешат кало сарвам, майя майя мидам ахилам хитва, брамбабадам правишавидит. Very Shankaracharya just speak. Шанкарачарья четко говорит Баджа Говиндам, но его последователи ничего не поняли. Итак, здесь, по милости Бхагавана Шри Кришны, сейчас, по милости Бхагавана Шри Кришны, мы пытаемся понять величие садусанги. Но вчера я сказал один очень важный, сказал о одном очень важном моменте. I am doing in my way, shown by my Gurudev. I am going to speak you, but still there can be some deviation. You have some mood, you are doing. And in Bhagavatamrita,
for the past 2 years, continuously I am discussing about how different way all different. На протяжении последних 2 лет в лекциях по Прихат Бхагаватамрите я говорю о том, как много существует преданных, которые обладали своей уникальной любовью. То есть у каждого, любовь каждого была уникальна. К примеру, настроение преданности Хануманджи Махараджа совершенно отличается от настроения Юдхиштира Махараджа. Настроение Прахлада Махараджа не идентично настроению Бали Махараджа. Все они стремились достигнуть лотосной стопы Бхагавана, это правда, но пути, по которым они, то есть путь, при помощи которого они достигли, разный. Пути отличаются друг от друга. Krishna, they are going to get the lotus feet of Krishna, but their attainment is not same, all different. So, they, like Vrittasu. Vrittasu, you heard the name of Vrittasu. Вы слышали о Вритрасуре? Он определенно достиг лотосной стопы Шри Кришны. But the mood of Vrittasu, I mean the attainment, но то, как он это сделал, отличается от пути гопи. Разница существует, большая разница. Their secondary and primary is different, na? So this way, all Kalyana, this way, Kalyana also. Калия также настроение Калии, то, как он обрел бхакти, уникально. Это, то есть Калия был опасным змеем. Но на его головах танцевал Кришна и оставил на них отпечатки своих лотосных стоп. Это непостижимая удача. Никто, кроме него, не получил такую удачу. Завтра мы продолжим говорить о различных настроениях преданных. На сегодня время вышло, я прошу прощения.